На Совете Думы вопрос не поднимался. Вероятно, коллеги будут вносить с голоса, но для меня результат очевиден. Естественно, фракция большинства отклонит эту инициативу. Но дело в том, что, если вы хотите спросить мое мнение, ну, во-первых, я хотел бы обратить внимание, у нас во фракции есть порядок. Если любой депутат вносит какую-то законодательную инициативу, он вносит на совет фракции. И мы, значит, да, я, например, не исключаю, зная настроение во фракции, может быть, опять же, зная результат, что все равно большинство отклонит эту инициативу, да, может быть, какие-то наши коллеги бы обсуждали, бы решили, что, может быть, имеет смысл попробовать ее внести. Потому что идея разделить абсолютно правильно, я еще раз подчеркнул, адекватный в рамках международной практики права наш ответ на закон Магнитского, значит, закон антимагнитского, совершенно правильно. Привязывать туда эту больнейшую проблему с детьми было не нужно, хотя идеологически я всегда был против возобновления именно в Соединенных Штатах Америки. Таковым я и оставляюсь. Вернее, остаюсь, но, тем не менее, считаю, что это можно было делать по-другому. И еще раз хочу сказать, исходя из принципа известной пословицы «нет худа без добра», то, что, похоже, наконец-то на самом высоком уровне в нашей стране взялись за решение этой проблемы у нас в стране, но это действительно хорошо, потому что вот сегодня, наверное, только что я разговаривал с Васильевым за зимние каникулы по общему решению четырех руководителей фракций, это решение мы приняли на Госсовете, который в конце декабря был в Кремле, что я подготовлю поправку в закон о социальном патронате, который касается патроната вот, семейного. Речь идет о, ну, я не буду повторяться, я уже много раз об этом говорил. Я такую поправку подготовил, вот Владимир вовсе Жириновский уже подписал, сегодня должен был подписать, ну, я, естественно, подписал, сегодня должен подписать Геннадий Андреевич, и я передал на Совете Думы Владимиру Абдуалиевичу. Вот он мне позвонил, сказал, что он подписывает, и сказал, что Сергей Евгеньевич тоже хочет стать соавтором. Я говорю, конечно, ради бога, значит, вот все скорее вот за пятью фамилиями председатель Госдумы и четыре руководителя фракции мы такую поправку внесем. Здесь я должен сказать, что член нашей фракции Агеев Александр Александрович тоже реагируя на запрос и на поручение руководства фракции, подготовил большой отдельный законопроект о патронате. И мы его отдельно запускаем. Но ключевые моменты, которые позволят, скажем, скоро мы сейчас, это не очень, кстати, со всех сторон хороший закон о социальном патронате, там много было благоглупости, что-то мы во втором чтении, надеюсь, почистим. И вот если мы поправку внесем, мы, по крайней мере, законодательно установим, что есть у нас принцип патроната. Потому что сегодня даже нет принципа, нет правовой основы. В том числе для того, чтобы местные законодательные органы власти или местные власти принимали соответствующие свои законы. Вот сейчас, на самом деле, практически таким партизанским решением, после того, как усилиями госпожи Лаховой патронатные семьи были запрещены на федеральном законодательстве, в региональном многие остались, они не стали менять закон, но они чувствуют, что у них сейчас идет разночтение, разногласие с федеральным законодательством. И как только мы саму принципиальную норму федерального законодательства установим, тогда те, кто свои законы сохранил, легитимно будут по ним работать. Те, кто такие законы еще не имеет, начнут их делать. Вот о чем идет речь. Я надеюсь, что мы это увидим и, по-моему, на следующем заседании, по-моему, на этой неделе нет рассмотрения во втором чтении этого закона, но когда он будет, там уже будет внесена вот эта наша поправка.